перец, хабанера, лонгред. Это довольно высокоурожайный сорт хабанера. Высота его может достигать от 40 до 50 сантиметров. Срок созревания 75-90 дней. Острота у этого перца от 100 до 300 тысяч, от 100 тысяч до 300 тысяч скобелей. Вот так выглядят плоды хабанера. Это довольно острый сорт. Плоды имеют фруктовый аромат. Плоды длиной до 5 сантиметров, красного цвета, созревают от светло-зеленого вот до такого вот красного. Кустики довольно высокоурожайные. Это растение многолетнее. Его можно выращивать как в открытом грунте, вот он у меня в открытом грунте сейчас. Также можно выращивать у себя на балконе, либо на подоконнике. Очень высокоурожайный сорт. Также можно выращивать его и в теплицах. Высевать семена на рассаду. Где-то с 15 по 20 февраля. Очень интересный сорт. Советую всем. Выращивайте. Очень острый и очень приятный на вкус. С ним можно также сделать всевозможные соусы, аджику. Аджика будет очень острая и ароматная.